Маша, тихо. Все, иди. Короче, у нас тут это, щенки подходят, смотрят, как в зоопарке. Котята играют, по барабану вообще. Я тут убираюсь, и мне вот интересно стало, как крысам-мышам вот после такого. Короче, всем жарко. Котята лежат, кайфуют. Это пипец, ребят, жара такая. Отпустил этих, а бедные, смотрю, дышат. Сейчас воды все. Хромает. На ногу не нас. Наверное, Кимми прыгнула на меня. Это ж может. С будки, наверное, прыгала. В общем, приехали из Москвы. Астра. Лена приехала вот за щеночком, за Астрой. Стесняются камеры, поэтому лицо не буду снимать. Вот, а на самом деле Лена показала свой характер, что она... действительно ответственно будет относиться к щенку. Ребят, чтобы вы понимали, из Москвы приехал человек, завтра ему уже на работу. Вот приехал, документы все подписали профессионально. Да, все сделали, пока да. Просто заморочек были что-то там с печатью. В общем, главное, все сделали. Да, ребят, ну такая собака, она стоит того. И весь да? Всех этих, да, и дорога, и это, все, да, все хорошо, да. Спасибо, Леночка, спасибо. Просто, да, и был момент, да, когда, ну, в общем, из-за проблем со здоровьем у Лены не получилось. Да, сразу не смогла. Да, и я думал уже все, честно говоря, Лена, ну, как бы отказалась, ну, там... Был момент, да, по здоровью. Не, ребята, от таких собак не отказываются. Просто да, не поняли. Представьте, друг друга, я был. Да, мы не поняли, по сути, друг друга. И вот человек приехал, я удивляюсь. Вот чисто приехать, забрать, уехать. Да. Многие просто приезжали на моря как-то по пути, а это чисто за Астрой. Да, у нас прям целевая установка была. Так что, Астра, цени свое. Она мне еще, она только, да, она только знакомится, привыкает только. Да, на самом деле возраст такой, им уже давно надо социализацию проходить. Да, ребят, приезжайте к Агопу, тут все они хорошенькие. Все приезжайте все сразу. Спасибо, Лен, спасибо. Так, ну все, в принципе. А, она бедная прощается. Не знаю, она первый раз на ползке. Ну давай попробуем. Здесь, видишь, что делает? Все, отдайте, говорит, да, нам обратно. Да, все, а ты скоро тоже поедешь, ты тоже скоро она поедешь. Она в Европу, говорит, она да, вообще деловая. Ты девка деловая вообще. Когда газ дадут в Европу, да, она... Может быть, ты как раз и наладишь дружественные мосты. Ну, вот так и делаем. Ничего, пошли, поехали. Пошли, пойдем. Что, выключать или снять? Да, выключай, да все равно она сейчас будет бодаться, наверное. Ну, в общем, да, ребят, вот она будет бодаться. Пойдем, пошли. Пойдем в машину. Да, останавливайся, чтобы она... Все, красавица наша. Мост нашей банды был. Щенков. Астричка, да ты моя девочка, моя солнышко. Все. Не переживай, Астра, все будет хорошо. Я скажу, она очень молодец. Все будет хорошо. Я бы хрен приехал. Я в Москву бы хер поехал бы. До девушки не то что... До невесты не то, что собак. Не, молодцы, конечно, просто девушка. Завтра я на работу, она прям впритык. 16 часов пути сюда и обратно. 16, чтобы просто... Не, молодцы, ребят, респект. Лена, тебе респект, молодец, что проявила такую, ну, серьезность. Знаете, как я мог бы отправить, она говорит, нет, я именно хотела тебе показать свое серьезное отношение. Потому что когда у нас получилось, ну, человек заболел там, недопоняли друг друга и слетела бронь. И вот 2 недели прошло, и она позвонила, говорит, ее еще не забрали. Я говорю, нет, тогда я приеду, говорит. Я говорю, ну, мы долго разговаривали, что это не шутки, что или да, или нет, точно.
Ну, там реально человек заболел. Ну, короной человек заболел. Ну, в общем, и на нервозе, и не поняли друг друга. Ну, в общем, у меня футболка с вентиляцией, видите? Вот. Все, так что Астрочки. Астрочка уехала. Ну, интересно мне было за ней наблюдать, на самом деле. Все, счастливые им дороги, молодцы. Надеюсь, Лена справится. Но она маленькая, и она девочка. Я на это надеюсь. Но она очень сообразительная и очень шустрая. Очень шустрая. Так, а у нас жара. Да, да. Все, я две миссии сделал. Встретил гостя с Геленджика. Из Москвы, Лена, уже это... Честно, вот, наверное, все это шло к этому. Потому что столько работы я сделал. Капец. Идите сюда. Не надо там ходить. Кими. Че, еще хромаешь? Тише, тише. Кими. Не, с Кими нельзя больнику оставить. Она переломает ее. Моя девочка. Иди сюда, там жарко. Идите. Взяла ей ногу. Все, спокойно. Спокойно. Ладно, не хочу нервничать. Капец. Ну, там ничего такого. Там ушиб небольшой. Это пройдет. Ну, я не знаю, я еще попробую. Да, ну, я честно, я сам не пойму, в чем прикол, что он хочет вообще. Да. Ну, зависает и все, понял, не хочет. Что? Брат, просто у тебя друг программист. У тебя же друг программист, брат. Там все сделал. Все. Ролик я тебе один скину, да, уже хорошо. Арти. Арти, унизи. Унизи. Скажи, чем мы хуже були, да? Мы зато шестики. Все, молодцы. Ну, Муса, у него голова как у були, так что все ничто. Все лучшее воплотили в наших фигурах. Как хорошо, когда вы меня не трогаете. Я ж кайфую от этого. Ребят, я просто сам по себе чистоплотный. Ну, чистоплю, я не знаю, как это сказать. Я вот погладил, все, я бегу руки мыть. Или там вещи, вот, ну все, они оботрутся, надо стирать. Я устаю стирать вот это вот. Третье, все, поэтому... Стоп, нельзя. Потому что они прям любят пачкать меня. Я вообще... А я все вижу. Спай. А я все вижу. Смотрите, как она его любит. Он мышцу не подставляется. Нельзя. Уйди. А что ты кричишь? Уйди, спать. Тихо. Спать. Все, она, блин. Спать домой давай. Домой. Спать домой. Хорошо. Па, заходи быстрее. Заходи. Давай, заходи, заходи. Спать домой. Пипец. Валера, давай, иди сейчас под жопника. А куда? Идете на веранду, пойдем. Молодец. А, Валера, если ты на какашке наступил, ты не заходишь домой. Надо под ноги смотреть. Вот посмотри теперь. Посмотри. Посмотри на ногу. А ну иди сюда, посмотри. Нет, нельзя. Покажи. Нет. Следующую. Это нет. Нет. Все, ты покажи. Что, говно? Ты покажи, Агу. Говно. Все, заходите. Давай. Па, заходи, заходи, заходи потом. Все замечает. Это еще за петух? В школе, в универ учился, ты взял не то. Пусть он сюда. Нет. Сюда. Иди, давай, иди. Ты же не подросли у тебя. Конечно. Там уже там у тебя, да? Там, вон.
Да, сейчас ковер постелю. Ой, яра нельзя, нет. Уже не... Все тебе, все надо. А может еще ролик делаешь, как в парке? Да, да, да. Маленький бег. Короче, я их сейчас двоих поломал, не почувствовал. Ага. Жабару. Не, реально, валяй. Пацаны, он шугнул. Полы зато почище стали. Все, тихо. Вот, снимай, вот, вот это спасибо. По Артуру спасибо, спасибо, красавчик. Артур. Благодарю. Все, папа теперь год. Ты приглашал будешь на свадьбу, Агопа. А если это... отдадим обратно, не будем приглашать. А ты его невесту? Какой Артур? С булями, ну что приходит? А, тот? Да. Давай, положи теперь, пока. Короче, пацаны, занимайтесь лучше. А то к Марифу ходите и проигрываете. Не, уже было. Еще на камеру? Не, не на. Давай на камеру. Начали плакать. На публику не надо. Все, тихо. Все, не балуйте, жвачки не вам были куплены. А ну скажи, это Валерка. А что это за 300 рублей вот этого любимчика покупаю, вот этого? Вот этого? Да, за 300 он рублей. Он не кусает, он тебе... А вот это? Ты помнишь, что я говорил, она самая добрая, ласковая, помнишь? Да, я ее гладил сейчас. А почему тебе именно он понравился? Не знаю, у него и расцветка крутая, ну красивая. И он вообще не кусается, он дает гладить. Ну все, если Валера сказал, значит это действительно круто. Вчера я Артур сказал, что он офигенный, брутал. Уже маленький, уже покоряет всех. Так что, Кяра, иди сюда. Ну осталось у меня два кобеля, он и Амур, все. Один от Кими, один от Багиры. Девочка от Багиры, все, нету, сегодня с Москвы приехали, из Москвы забрали. Сейчас в Европу одну. Ну, да. Все, у Багиры один мальчик, а у Кими... Ну, короче, дай, чуть-чуть, дай, да. Нельзя. Короче, штука. Амур, у тебя что, опять ухо завалилось? Короче, ну, графчик всем нравится. Что-то. Красавчик. Все, всех покормил. Бонита до сих пор хромает. Также вообще не лучше. Эта кобыла ей нормально подвернула лапу. Так что ее кину в другой вольер, к ним не буду. Она на будку прыгает, спрыгивает, плюс играет грубо тоже. Прикол, до сих пор хромает, не наступает на лапу. Ребят, искал и нашел, как Бонита повредила себе лапу. В платную телегу залетайте, уже там есть. Снова месяц. Яврик, луна. Лук. Дайте ребенку попить водички. Да, надо воду убрать в другое место, а то они пить, когда идут водички, видишь. Прям была, а луна ночью пугнула ее вечером. Аж кидаются на сетку, это малая аж зашипела, но потом опять пошла пить все равно. Так что я уберу водичку подальше. Яврик, успокойся, пусть попьет воды. Нельзя, уйди отсюда.
А я в Реклуна, уйдите отсюда. Быстро. Ушли отсюда. А ну иди отсюда, сказал, а Яврик Луна. 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 Да, просто туда, блин, надо для воды нормально место. Я ставил туда в угол справа. Ну, блин, там пока нагнешься, пока это поставишь, думал, куда. Луна, а Яврик, вы что, охренели, блин? Посмотрите, ветер гармошкой собрал сюда. Тихо, мало. Тихо. Кабак берет, облизывает мои ноги. У меня аж пипец, не по кайфу. Ай, так. Надеюсь, вы не воняете. В смысле, никуда не наступали. Молодцы, Ломка, ну иди тоже. Иди. Вопрос. Да я же шучу, дурачин. Ты что, шутки забыл наши, а? Да? Да, молодец. Ой. Ну все. Все, молодец. Слушайте, какая-то напасть. Надо обратить внимание и что-то сделать. Ушами трясут у меня. Вот что питбули, когда глажу. А ну сейчас, может, мне показалось вчера вечером. Вот сейчас я Яврик затряс. Голубь. А ну, может... Ну, тоже, да, Полина? Да подожди. Ой, блин, пискля. Девчонка. О, видали вы? Шикрепсти пытались волки. Видите? Да вроде ушами не трясли, но все равно надо им прокап. Вчера трясли все. Спайк, Яра, Муса. Багира. Молодцы. Так, давайте, Валер, иди. Бегу. Давай, Валер. Лун. Иди, Валер. Слушай, я могу волкам уже сделать. Так. Допустим. Блин. Я ж могу им сделать уже там один вольер. В принципе. Но они днем не ходят. Им еще... О, голубь. Ух ты, прям рядом. Прикол. Прям рядом голубь поздно увидел. Пойдемте, Валер. Идите, Валер, иди. Луна. Лунка. Иди сюда, Луна. Давай, Валер, молодцы, иди, Валер. Давай, молодцы. Давай, иди, Валер. Давай. Молодцы. Вот так вот. Бедная девочка. Короче, сейчас буду разбираться с ней. Потому что она не сломала ничего у нее. Просто, видимо, тихо. Куда-то не прыгает. Просто потянула сильно. Растянула. Так, не прыгать. Поэтому так. Нельзя прыгать. Я коленом блокирую. Так, нельзя.
Нет, не прыгать. Не прыгать, говорю. Нет, просто там оно должно быть все нормально, но никак, да? Вот этот быстро. Шорох на воде. Да не прыгайте, не прыгайте. Кстати. Ай, блин. Ладно. Вот она газовщица. Ладно. Так, уйди, Бонита, куда ты под расстрел стоишь? Короче, позвонил ветврачу, ой, пытаюсь зазвониться, они еще не открылись. Майко, повезем Бонитку, потому что платную телегу выставил, тот вообще говорит, может быть, разрыв киста, крестообразной связки, вообще там пипец дорогая операция. Мы видим, она не наступает, только когда останавливается. Болит. Мне кажется, что-то вот типа вывиха, потому что она прыгнула и не дотянулась с лапами, и она вперед лапы как бы сделала и на жопу упала. Мне кажется, она в этот момент, когда вперед сильно выставила и плюс на них приземлилась. Ну, короче, типа вот сошло с места или вывих, или растяжение. Ну, блин, на перелом не похоже, да? В любом случае, поедем рентген сделаем. По-моему... Тихо! По-моему, у меня сигнал, говорю, будет, фингал будет. А, я натягивал эту хомут, и хомут порвался, я как себе дал. Нормально, на кулачных боях как будто побывал. Охренеть. Короче, вот, выпрямил. Молодцы, молодцы. Бонита! Ладно, немножко болит, пойду протру ее. Майкоп едет. Смотреть ножку, скорее всего, у нее что-то... Она не может его, она вообще облокачиваться не может. У нее болит, реально болит. У нее она, знаете, как тряпочка. Вот так вот, ножка вот такая. Бедолашка, попадаешь, блин. Она вот реально вот, ну не так, а он как валенок у нее. Чё, моя сладкая, едем еще раз. Мой понтик мой, ушки розочкой. Вырвало, пеленки закончились. Машина что-то глохнуть опять стала. В общем, приехали с опозданием. Блин, теперь не знаю, что делать. Как обратно ехать? 14708. Так, лапка у нас какая хромая, правая. Угу. Мамочка, уху опять надулась. Ну тут заток стоит. Офигеть, все-таки есть, да? Чем обрабатывать? Щенков не обрабатывал, взрослых бровек. 38,8, температура хорошая. Сейчас подойдет доктор дальше. Угу. А мне Артур говорит, у меня блохи у собак. Я говорю, да у моих нету.
Я не пойму. Наверное, Снежка принесла. Я не видел, вот только увидел, если честно. Ну что, будем обрабатывать, значит. Нет проблем. Ребят, там гной есть, я вижу. Желтенькое, мягкое. Короче, надо уже на операцию записываться и все. Посмотрите, с ушками красиво, да? Такая лапочка прям. В общем, приходим в себя после этой жары. Еще 2 недели будет жара, и потом нормализуется все. Сейчас обработаем всех собак. Ну, всех нет, только щенков, потому что все на бровивке и таки. Самое главное кошек, потому что Снежка ходит, я клещи у нее вытаскивал, хотя их обрабатывал, но, видимо, надо было еще раз. В общем, от кошек, наверное. Артур говорит, у меня что-то собаки в блохах. Я говорю, у меня нету. А вот сейчас увидел. Ну, это только кошки могли принести. А вы смотрите хорошо. Как какой-то фильм роботов. Так, ну, а что мы будем делать, вы хоть скажите? Я предлагаю сделать рентгеновский снимок. Ага. Проприоцепция есть, но она довольно слабенькая. Угу. Чувствуется, собачка испытывает болезненность. Угу. На перелом таза не похоже. Крепитации нет, довольно-таки симметрично кости располагаются. Это может быть либо ушиб, либо растяжение. На перелом совсем не похоже. А вот выйти не мог с места быть? Да, я же говорю, вывих, подвывих, вот это все, конечно, может быть. Но это операцию не требует, да? Это надо будет, если что, связываться с ортопедом, потому что это как раз будет узкая специализация. За одну ногу так подергать. Тогда можно что-то нехорошее натергать. Странно, обычно бывало всякое, но проходило сразу, а это вот второй день. Но вы ничего не добавили внутрь, правильно? Нет, ничего. Хорошо, пойдемте сделаем снимочек туда. Пойдемте. Теперь я тоже робот. Сейчас будем рентген делать. Лимфоузлы, сказали, не увеличены. Но это не точно. Ну да, это предварительное. Предварительный диагноз, что здесь присутствует определенный отлом косточки, который может давать определенную болезненность при ходьбе. Так больше переломов, растяжений, ничего такого не видно. А бы что оно могло? Оно что там в воздухе, блин? Это вы видите только воздух. Это мягкие ткани. А, вот здесь вот все. Нет. Вот это вот все окружающее, это мягкие ткани. Я понял. Вот тут нет, я имею в виду, она же там ногой обо... Вот тут цепляются мышцы. Не, я понял, но она же там, имею в виду, не ударилась особо. Да, это могло растянуть мышцу и отломить отросточек, на который крепится сама мышца. Вот в чем дело. Да, вот это могло, потому что она аж вытянула сильно. Да. Так, в принципе, все хорошо. Немного кала присутствует в кишечнике. Кала? Угу. Это нормально? Да. И что делаем? Сейчас ждем. Да, я присылаю снимочки ортопеду, и он тогда уже скажет конкретно, что делать дальше. В любом случае, я вам назначу обезболивающий противовоспалительный препарат. Угу. Но может быть, даже операция будет. Возможно, не исключено. Но тут пусть он лучше сперва подтвердит, потому что ортопед, хорошо, он ближайший в Краснодаре. Хорошо. Чтобы он не ездил туда-сюда. Да, сколько в хвосте позвонков? А, не видно. Питон плюс... Ой, на Снежку похоже. Смотрите, ребят. Вот так бы я тоже сделал. Удобно, видите? Я тебе сделаю. А? Если здесь можно не снимать. Да? Спасибо. Бонита, пойдем. Пойдем, Бонита. А? Тут столько всего, я даже не знаю. Бонита, иди сюда. Надо. Короче, она вот когда прыгнула, сильно потянула вперед лапу. И офигеть, и кусочек скорее с тканью, с мышцой оторвала эту. Ну, поняли. Косточку какую-нибудь. Офигеть, даже такое бывает, я в шоке. Сейчас обезболивающее уколю. Да что же за хрень, вот этот ковер, а? Неужели надо на него прыгать?
Видимо, так должно было быть хреново. Зато мы узнали, что у нас есть блохи. Нельзя, нельзя, Бани. Давай, туалет будешь ходить? Бля, ошейник отдали. Астрый. И забыл купить. Давай, будешь туалет? Ты... А, не, я же еще укол. Куда я его унес? О, блин. Еще. Поздно. Расскажите, что у нас? Так, смотрите, рекомендовано ограничение подвижности в течение 3 недель. Это после операции или... Нет, это уже начиная с сегодняшнего дня, потому что крайне нежелательно, чтобы было травмирование лапки, то есть операция на лапку, просто с особой осторожностью. Хоть мы и будем давать обезболивающие противовоспалительные препараты... Нет, мы же будем скоро операцию делать, правильно? Да, но именно до момента наступления операции рекомендовано, даже несмотря на то, что собачка будет более обезболена, она будет меньше беречь себя, потому что она не будет сильно чувствовать той боли. От нас уже остается просто самостоятельно попытаться ее ограничить в подвижности. В идеале клеточное содержание. Я сделаю. Если есть такая возможность, это будет замечательно. Она будет жить. Хорошо, вообще отлично. Если там не скользкие полы, то это вообще хорошо. Ну, коврик постелен. Хорошо. Препарат Ансиор, очень хороший препарат. Это самое безопасное нестероидное противовоспалительное средство. Вам уже 5 месяцев, его уже можно давать. Нет, нам не 5. Будет 4. Будет 4. Но в любом случае, его можно начинать где-то с 3,5 месяца. Самое безопасное. Это ветеринарные чего? Таблеточки, обезболивающие, противовоспалительные. Давать их после еды по одной таблетке один раз в день в течение где-то 5-7 дней. На ночь, не без разницы. Не принципиально. Разницы. После еды через какое время? Ну вот прям сразу. Можно прямо вместе с кормом, можно после еды. Все, и момент такой, так продолжать, я забыл. Если появляется рвота или диарея после дачи препаратов, тогда лучше их отменить, сообщить в клинику. Это значит, что у животного присутствует гастрит. Ну, он такой невыявленный, например. Угу. Это как у человека, когда он принимает... Нужно обязательно давать? Нам же пару дней осталось, она же как-то... Вам необходимо все-таки подготовиться к самой операции, потому что практически никогда ортопедические операции не идут сразу, после травматизации. Очень часто развивается отек в течение нескольких часов после травматизации, и потом хирургу будет очень тяжело подлезть, будет больше травмирования мягких тканей. А вот это уберет, да? Да, это успокоит ткани, и будет проще туда подлезть. Меньше травматизации, меньше отека после операции. Есть редкие операции, когда требуется сразу. То есть это там перелом со смещением, но здесь не та проблема. Все. Вот. Спасибо. Пожелайте нам удачи. Я вам желаю удачи, выздоровления. Спасибо. Все, таблеточки взяли. Блин, машина барахлит, если честно. Вот это бесит меня. Все, едем, в общем, домой. Как ортопед уже свяжется, скажет, когда приедет, и в Краснодар не надо ехать. Это свет клиники Слон, ортопед. Поэтому, в принципе, смысла нету в Краснодар ехать. Он приезжает раз в неделю. Она сейчас будет жить, в принципе, со мной. Ну, на кухне будет жить. Ой, я уровень хотел померить двигатель масла сейчас. Буду делать, ребят, стрим, потому что нужна поддержка финансовая. В любом случае, я знаю, что помогут. Мне сейчас, как никогда, нужно, мне корм надо заказывать, это кучу денег. Ну, хоть сколько помогут, мне будет приятно, легче. Мне надо сейчас всем щенкам взять от блох-млох кошкам. Плюс операции. От поддержки бы не отказался. Ребят, вот Бонитка отдыхает. Заезжал до друзей Майкопе. Она там передохнула где-то часик. Смотрите, тут какая собака большая. А, вон она. Блин, легла уже. Высокий такой пипец был. Хотел показать. В общем, что, спокойненько лежит, там передохнула где-то часик. Полежала, походила по двору, потом легла. Сейчас ее на кухню, я не знаю, или в отдельный вольер, пока просто...
Короче, я сейчас что-то решу. В любом случае, завтра я ее переселю точно на кухню. А сегодня не знаю, сейчас куча дел. Там надо же порядок привести. Пипец, машина глохнет. Наверное, бензонасос. Как бы доехать до... Все, заглох. Извините, на приеме бегаю туда-сюда. Да. Я сейчас советуюсь именно с ортопедом, как раз я ему задала вопрос. Тут, видите, это же не моя специализация. Ага. Вот, поэтому только лишь как вот он скажет, так я вам и передаю. Не, а вы сказали то, что, ну там, он что сказал по снимку, там есть? Кость отошла или нет? Вот это... Он сказал о мышце, то есть той части, которая отломлена, ее нет. Это может быть просто такая как бы проблема, ну, то есть там, проблема, сейчас, как бы вам так объяснить? Он сказал просто умными словами, чтобы, да, можно было так передать устно. Здесь нет проблемы, которая бы необходимо была бы оперировать. Чтобы вам подробнее рассказать, вот я его попросила, говорю, прям вот диагноз, что можно увидеть на рентгеновском снимке, чтобы он мне написал, а я вам тогда перешлю, чтобы не было испорченного телефона. Да, хорошо. Ну, в общем, не там кость не отломлена, да, получается? По его словам. Скорее всего, это просто возрастная такая... То, что, так скажем, зона роста, то, что мы видим у молодых пациентов, не окрепших, так скажем. Ага. Но для подтверждения мне нужно дождаться его ответа. Ага, а скажите, пожалуйста, сколько давать обезболивающее, сколько времени? Я же вам написала, 5-7 дней. А, так же, да? Ага. Да, все точно так же. И месяц все, спокойным движением. Все, что я вам сказала, все точно так же. Я понял. Ну пусть тогда диагноз, просто чтоб, если там, блин, он уверен, может еще раз УЗИ сделать. Но он точно видит, что там нету перелома. Ну. Он сказал, если будет оставаться проблема, в таком случае нужно будет снова на прием, потому что так вот он посмотрел на рентгеновский снимок, говорит, оперировать здесь ничего не нужно. А, хорошо. Если а... он так говорит, то это значит, оно так и есть. Я понял. А в бедрах суставы что-то не вышли с места? Не могло бы так? Нет, этого нет. Он сказал, без патологии. Так, а еще вопрос такой. Сколько времени надо ждать, чтобы к вам снова прийти, если лучше не станет? Если вы проделали несколько дней, и собачка все равно сильно прихрамывает, как раньше, тогда лучше записаться. Если вы хотите, вы можете просто, в принципе, к нему записаться, он пощупает, посмотрит. Ну, давайте. Если... Да, тогда как мы вас запишем в лист ожидания, это будет все равно там в ближайшие несколько дней. Единственное, пока что он нам не дал ответ конкретно когда. Хорошо, тогда известите. Хорошо, просто чтобы, если что, может быть, и операцию у вас будем делать, ну, с кожи понимаю, лица, но да. Вам не нужно. Не-не. А, я поняла, на коже, на голове. Да. Да, я вас поняла, Тогда жду, в общем, вашего ответа. Да. Все, спасибо. Если, естественно, он даст сегодня ответ поздно, то мы тогда вам завтра. Ну да. Хорошо? И снимки можно мне на WhatsApp? Конечно, без проблем. Спасибо большое. Давайте. Всего доброго, до свидания. Угу. В общем, все слышали. Она сказала, что там кость отошла, да? Мышца потянула, могла оторвать. А врач сказал, что там ничего страшного нету, типа. Ну, лучше он пусть приедет, мы еще раз поедем, пусть он сам посмотрит на всякий случай. А так будем давать обезболивающее, она будет в спокойном месте. Ну, скорее всего, на кухне, просто сейчас вечер, надо там клетку все ставить. Ну, сейчас посмотрим, в любом случае она будет одна в спокойствии. Прикол, хотите? Они мясо пытались достать и включили воду нечаянно. Ну, еще лучше. Это сказал ортопед. Травма кортикального слоя кости. Это сказал ортопед. Травма кортикального слоя кости. Это не перелом.
Поэтому переживать ничего не нужно. Если, конечно, вы очень переживаете, вы сможете потом записаться к нему на прием. Он приедет только лишь на следующей неделе, наверное, ближе к концу недели. Но так как он сказал, что переживать не о чем, поэтому можете спокойно прием вести прием препаратов, таких как ансиор и ограничение подвижности. Я потом вам покажу, я не пойму, если там кость, кусочек кости отсоединился от кости, как не переживать, я не пойму. Посмотрим, поедем к нему на прием.